Ребята, всем привет! Вы дважды обрадуете любимого человека, оформив печать его имени либо фамилии на чехле для мобильного телефона. Так как драгоценнее всего как раз индивидуальные презенты, они, несомненно, являются изображением подлинных дружественных чувств, заботы, почтения и любви. Заказать уникальный подарок можно в интернет-магазине CoverDrom. В описании видео вы найдете ссылочки для заказа этих уникальных чехлов, а сейчас переходим к новостям Дома-2. Вчера прошли съемки ток-шоу субботнего вечера. Все ребята на съемках активно обсуждали отношения Ильи Григоренко, Камилы и Саши Гозиас. Илья несчастлив в отношениях. Камила рыдает. Саша в слезах кричит о том, что Алена Ашмарина через день отдавала Илью ей, говоря: «Забирай эту помойку». Элина и Саша на грани. Они чувствуют, что их держит только ребенок, иначе давно бы расстались. А на поляне состоялся мужской приход. К Камиле Коробейниковой пришел москвич Андрей, а к Свете Кальметовой – грек Николас. Катя Король потусила за периметром пару дней и опять вернулась на проект. А Ольга Рапунцель осознала, что Олег Бурханов – ее брат и защитник, и ждет на Сейшелах нового мужчину. Лиза Шароха оправилась от депрессии после ухода страшно любимого Барановского и кайфует на острове любви в ожидании нового объекта для поклонения. Кристина Лисковец тоже решила выйти из сумрака плохого настроения и тоже ждет мужское плечо, с которым разделит своих мозговых тараканов. Олег Бурханов продолжает переписываться со своей бусинкой Софией, которая ждет на Сейшелы. Анастасия Лисова безумно счастлива и рада, ведь ее пригласили на вчерашние съемки ток-шоу «Городские квартиры», где она сядет на Олимп, а может и останется на проекте. Ведь ее история с нанятым актером Пашкой была лишь фарсом для приличного ухода. А Эли Сухановой вчера сняли гипс и смотрели, как все заживает. Теперь девушка может ходить уже без повязки и без гипса. Анастасия Киушкина ищет себе попутчиков для поездки в отпуск. В какую страну полететь, для нее особо не важно. Девушка сообщает, что здесь холодно, здесь дно. У Андрея Чуева и Марины Африкантовой в отношениях сейчас все прекрасно. Андрей говорит, что влюбляется в нее все сильнее с каждым днем. Илья Ябаров и Мария Бухун во вторник вылетают на Сейшелы. Светлана Кальметова улетела домой для сдачи установочной сессии и защиты диплома. Скоро у девушки будет высшее образование по специальности «Туристический бизнес». А Ксения Филатова собралась строить отношения с Мишкой. Ольга Васильевна уже выписалась из больницы, в которой находилась из-за сломанных ребер, и вчера присутствовала на съемках ток-шоу «Городских». Александра Артемова сообщила, что ток-шоу закончилось не совсем как хотелось. Она безумно переживает за семейную пару Задойновых, надеется, что ребята найдут выход и будут счастливы втроем. Последние новости Дома-2 на 9 ноября. Бурханов сильно напился и зажег с девчонками на Сейшелах. А его новая бусинка София после этого решила расстаться с ним и собирается уходить с проекта. На этом все. Спасибо за просмотр. Текст взят из тематических групп. Подписывайтесь на видео новости, ведь смотреть и слушать гораздо интереснее, чем просто читать.